Расскажите, пожалуйста, вот что вы видите на этой картинке? Особенно обратите внимание на качество этой картинки. Кто готов поделиться, поделитесь. Центре яркое, цветное, более четкое, а по бокам размытое, черно-белое. Так, хорошо. Кто еще Ну, что потому видит? что оно не размытое, оно какое-то как затуманенное. Угу. Ты? У Да. меня ассоциация с тоннельным зрением. Тоннельное зрение. Тоже здорово, да. Ну, или тоннельное восприятие, можно еще так назвать. У меня цветное и не цветное. Коллеги, обратили внимание кто-нибудь на руку, что она здесь есть? И что она размыта, она нечеткая. Вот смотрите, мы сейчас с вами описываем визуальные субмодальности. Вот эта картинка как раз захватывает сразу несколько визуальных субмодальностей. Сейчас буду объяснять, что такое вообще в принципе субмодальности. Мы на первом модуле изучали модальности. Это наши сенсорные системы восприятия. Но у наших сенсорных систем восприятия все бы было хорошо, если бы было все так просто. Но на самом деле есть еще, у каждой модальности есть определенный набор качеств. Да? И вот сейчас на примере этой картинки мы разбираемся с визуальными субмодальностями. То есть в середине картинка сфокусированная, четкая и цветная. По краям она черно-белая, и там, где мы видим руку, она расфокусирована. То есть я вам уже перечислил три субмодальности, которые присутствуют в этой картинке. Всем понятно, что я перечислил? Я именно перечислил качество. Цветная, черно-белая и размытая. И если вы сейчас начнете немножко задумываться о себе, о своих мыслях, а как известно из пресуппозиций НЛП, мы мыслим картинками, звуками и ощущениями, то картинки, звуки и ощущения, они разные, они сильно разные. Да? Заметили такое? Что есть ощущения приятные и неприятные, есть ощущения внутренние, а есть наружные. Ну, допустим, тепло-холодно, да? Или сухо-мокро, или звук может быть, мелодия может играть у нас в голове, а может где-то играть снаружи. Да? И все это субмодальности, и все это качество модальности. То есть, отвечая по-простому на вопрос, что такое субмодальности, это качество. Качества, которыми наполнены наши внутренние фильмы, наши внутренние картинки. Какие бывают? Давайте еще больше расширим нашу карту реальности. Одну секундочку. Одну ка нашу карту реальности и посмотрим, какие есть вообще в принципе визуальные субмодальности. Цвет, да? Картинка может быть цветной, может быть черно-белый. Может такое быть? У всех в голове бывают цветные и черно-белые. Ну, или во всяком случае представление есть о том, да. Сейчас, кстати, нам наши компьютеры, телевизор, они на самом деле NLP тренерам помогают легче объяснять тему субмодальности, потому что на примере фотографий, видео это гораздо легче передавать. Ну, в сравнении, да, как метафора. Есть резкость. Бывают картинки четкие, бывают мутные. Мутные это когда? Утром, когда проснулся, да? Глаза заплывшие. Или бывает, когда наше зрение. Вот вы сейчас даже сфокусируетесь, допустим, на том, что вы видите в экране, а боковым зрением вы будете видеть, ну, вы же видите то, что вокруг вас, те предметы, которые вас окружают. Но они расфокусированы, вы их видите нечетко, да, резкость. Есть форма самой картинки. Если обратиться к нашим внутренним фильмам, к нашим внутренним репрезентациям, то очень часто бывает, что мы что-то представляем не на весь экран. А у нас, допустим, картинка там в овальной форме, или в квадратной, там, или просто у нее края какие-то размытые. То есть форма – это тоже визуальная субмодальность. Бывает яркость. Бывает более яркая, бывает более тусклая, да, как цвета. Вот кто у нас, у кого хорошее освещение, вот допустим Юля, она более, у нее субмодальность, да, если рассматривать, у нее более яркая. А допустим вот у Яны или у Нади более тусклая картинка. Я сейчас просто вот на примере того, как классно в онлайне вести все и объяснять.
У Сергея тоже, смотрите, у него даже с цветом, по-моему, вопрос. Ну, я просто вот на картинке смотрю. Ну, я понимаю, что это освещение, но тем не менее. Вы видите разные качества картинок, и такого же рода разные качества картинок присутствуют у нас в голове. Только мы не обращаем на это внимания. Есть расположение, близко-далеко. Когда мы что-то себе представляем, мы можем это представлять себе близко, а можем представлять себе это далеко. Вот даже я сейчас на своем примере, когда я представлял себя рядом со статуей свободы, моя мечта, где я хочу побывать, я в принципе вижу эту картинку достаточно далеко. Но вот это вот расстояние от меня до картинки, оно, ну, оно есть, оно большое, и оно не заполнено там какой-то землей, дорогой или еще чем-то. Оно просто есть там в виде черного фона. Кстати, надо будет мне поработать со своими субмодальностями, чтобы ускорить достижение этого результата. Но пока туда я ехать не хочу, они на первом месте по коронавирусу стоят. Хорошо. Есть скорость. Скорость, если на картинке присутствует движение. Ведь согласитесь, мы внутри представляем картинку либо замершей, либо подвижной. То есть подвижная, либо статичная. То, что мы уже с вами проговорили, картинка может быть, мы картинку можем представлять ассоциированно, а можем представлять диссоциированно. Да? Статичность, подвижность я уже сказал. Если возвращаться к скорости, это скорость движения на этой картинке. Да? Контрастность. Контрастность это тоже больше, наверное, Наташа, фотограф, может объяснить, что это такое. Да? Это когда, ну, есть контраст по цветам. Объемность. Мы можем у себя внутри нашу картинку представлять как плоскую, некую плоскую. Да? То есть вот мы ее видим и все. Кстати, у меня картинка плоская почему-то получилась, если говорить о том же примере со статуей свободы. А может она быть объемная. Почему я об этом говорю? Сейчас мы будем просто распознавать и узнавать свои стратегии. Но кроме того, что мы эти стратегии можем распознать, мы можем ими управлять и мы можем ими менять. Сейчас я вам буду проводить демонстрацию на ком-то из вас. И вы поймете, как это сильно влияет на нашу жизнь. Угол зрения. То есть мы можем смотреть, вот я почему-то смотрю, вот моя статуя свободы у меня справа. Да? То есть, ну, это может быть, а может быть посередине, а может быть сверху, снизу, у каждого что-то свое уникальное. И границы изображения, они тоже могут быть разные, их может не быть вовсе. Это все наши уникальные внутренние стратегии. Здесь сходство скорее исключение, чем правило. То есть здесь у каждого из нас будет все по-разному. Аудиальные субмодальности. Это громкость звучания нашей внутренней репрезентации, это темп звучания, расположение звука, где он находится. Если говорить про внутреннее звучание, у кого-то звук в животе, у кого-то в голове, у кого-то в руке, у кого-то в ноге, и это нормально. Это нормально, каждый эти звуки слушает каким-то определенным своим образом, а у кого-то он в горле наоборот. Направление звука. Это откуда исходит этот звук? Опять же, в нашей внутреннем представлении чего-то. Мы сейчас говорим о наших репрезентациях, о наших внутренних фильмах. Также есть ассоциировано-диссоциировано, да, то есть он внутри этот звук происходит или снаружи. Ну, допустим, вот сейчас я говорю, и мой голос говорит с вами. Я его как бы слышу вот так, да, он у меня изо рта вылетает и в ухо влетает, да. Есть такое хорошее упражнение, если вы хотите услышать свой настоящий голос, сделайте вот так. Сложите руки, и вы начнете это как на аудиозаписи. Да? А может быть, внутри у меня мой внутренний голос, то есть ассоциировано может быть. Да? То есть я внутренним голосом своим себе что-то говорю. Как правило, он звучит намного приятнее, чем есть на самом деле. Высота звука. Тоже понятное понятие. Ну, высокий он или низкий. Частота. Бывает такое, что вы когда-то что-то представляете себе, там звуки могут присутствовать, ну, какой-то определенный отрезок времени, а большинство его и не быть. А может наоборот, ну, то есть, как бы, знаете, как вы смотрите, может, у кого-то был такой опыт, когда старые наушники, там провод перетирается у основания, и бывает такое, что, ну, пропадает звук, да? Такое в наших внутренних фильмах, в наших внутренних картинках тоже бывает. И это не хорошо и не плохо, очень важно разобраться с этими своими внутренними субмодальностями. Ну и продолжительность, долгий он, недолгий, это тоже про это. Следующее, кинестетические субмодальности.
Они тоже, наши ощущения, они имеют разную окраску, разные качества. Это и температура, теплый, холодный, и давление. Ну, что значит давление? Если мы говорим о давлении, ну, допустим, на ладони, оно может быть сильное, может быть не сильное. То есть мы для себя определяем какую-то внутреннюю градацию. Есть какой-то вес, мы можем определить, я тяжелый, допустим, или я легкий, или взять какой-то предмет, стакан, там он тяжелый, легкий. Это про это. То есть мы придаем ощущению, допустим, качество веса, и мы еще можем какую-то цифру придать, да, тяжелый, легкий, дать какую-то оценку внутреннюю. Влажность, сухой, мокрый, тоже качество субмодальности. Внутреннее или внешнее ощущение, да, у нас есть как внутри ощущение, так есть ощущение снаружи. Ощущение снаружи, друзья, чтобы вы не путались, это не то, что, это не про нашу интуицию, это про фактические ощущения, то, что испытывает наш, Надя, наверное, сейчас улыбнется, наш эпидермис, да? Я правильно говорю? Кожа наша. Хорошо, спасибо. Я же развиваюсь, я термин тоже включаю в свою речь. Хорошо. Интенсивность. Смотрите, наши ощущения, они могут быть сильные или не сильные, яркие или не яркие. Бывает, живот чуть-чуть побаливает, бывает сильно, да? Бывает приятные ощущения, яркие, очень сильные, а бывают такие слабенькие, но тоже приятные. Форма и размер. Форма и размер, если говорить про кинестетическую субмодальность, это тоже про ощущения. Если я вот визуально, я смотрю, он круглый, да, это одно. А на ощупь я его тоже ощупываю, и это тоже, ну то есть смотрите, через кинестетику мы тоже можем понять форму предмета, да, и дать ей какое-то название. Хорошо, болевые рецепторы. Болевые рецепторы, они у нас есть как внутри, на наших внутренних органах, да, как говорится, сердце болит, значит там тоже есть болевые рецепторы, или живот болит, тоже есть болевые какие-то рецепторы, да, и есть внешние. И это то, что стоит обращать внимание, когда мы что-то себе представляем. Многие люди, и я тоже к этому числу людей отношусь, очень часто бегаем от своих очень важных субмодальностей. Немножко позже расскажу, что это значит, когда проделаем упражнение. Острый, болезненный, тоже про ощущения, обжигающий, режущий, тоже ощущения. Я для чего вам сейчас это проговариваю, чтобы у вас уже начинало формироваться некое внутреннее понятие о том, о чем идет речь и о том, как это происходит. Рвущий, давящий, сжимающий, жалящий, да? Это, скажем так, ну тоже такие качества, они не часто встречаются в наших внутренних фильмах, но тем не менее, наверное, это зависит от глубины психотерапевта, который с нами работает, чтобы выявить, скажем так, эти ощущения и достать их наружу. И вот сейчас, дорогие друзья, мы их уже проговорили. Я хочу, чтобы вы мне покивали головой, если вы все это понимаете и все это так или иначе представляете, что все это в нас есть внутри, да? Возможно, мы не сильно отдаем этому отчет, но стоит на этом заострить внимание, особенно сейчас, когда мы это проходим. Если у вас есть понимание того, как это все у нас внутри разукрашено, я сейчас попрошу кого-то из вас выйти со мной в прямой эфир, в диалог, и я сейчас буду заполнять тот лист, который я просил вас распечатать. Буду задавать вопросы и покажу, как с этим листом работать, потому что на самом деле этот лист, он является большой находкой, и вы сейчас, работая друг с другом, помогая друг другу, на моем примере, будете помогать находить друг другу успешные и неуспешные стратегии. И, возможно, у кого-то из вас есть какая-то цель. Не цель. Кто хочет поработать? Я так спрошу, по-простому. Надя хочет поработать. Ну, давайте, если Надя была первая. Надя еще, по-моему, у нас на публике не работала, не выступала. А, работала, мы глаза. Хорошо. Хорошо, Надь, мы сейчас будем составлять твою внутреннюю стратегию, твою карту достижения и недостижения. Что это значит? Я сейчас по этому листу буду задавать тебе вопросы относительно... Мы зададим два контекста. Первое, я попрошу тебе
представить сейчас нечто, что вызывает, ну, в твоей жизни. Это может касаться твоей цели, это может касаться, в принципе, тебя, но что у тебя вызывает интерес? Некий образ сейчас представить у себя в голове, ну, которому ты чувствуешь вот прям тягу. Тягу, и ты вот к этой цели вот прям идешь. Идешь или шла когда-то, можно с прошлым тоже работать. Просто сейчас поковыряйся немножко так у себя. Ну, я представила, у меня есть такое. Угу. А мне нужно писать или не нужно? Нет, тебе не нужно писать. Писать буду я. Тебе нужно просто... сейчас я буду немножко взрывать тебе мозг, потому что я тебя буду фокусировать на тех вещах, которые у тебя есть. И если можно, расскажи, что это. Хорошо, браво. Мы с тобой собрали субмодальности, которые тебя двигают. Потому что... А сейчас мы будем с тобой... Может быть, у тебя есть такое какое-то дело или какая-то цель, может, необходимая, но ты ее не любишь делать, не хочешь делать. Что-то такое, вот, что у тебя вызывает, ну, немотивацию. Цель, которая... которую я прокрастинирую уже неделю, но мне нужно ее сделать за 2 дня ближайших. Ну давай попробуем ее сейчас разобрать, какая она у тебя внутри. Если, ну, а ты можешь сказать, что за цель, чтобы мы какую-то привязку имели? Да, это касается моей работы, формирование определенной базы данных и... внесение имеющихся данных. Все, все, но... этого достаточно. Тебе нужно за компьютером поработать. Да, угу. Да. Хорошо, друзья. И сейчас я начинаю заполнять вторую графу потом по тому же плану. И вы сейчас, мы сейчас найдем различия в субмодальностях, а потом их покорректируем. А вот сейчас, когда ты рассказывала про то, что тебе нужно написать план. План, правильно? Да. Угу. Ну, не план. Мне нужно заполнить базу данных. Да, заполнить базу данных. Вот сейчас, когда ты начала уже о ней рассказывать, ты имела у себя внутри некую репрезентацию этого опыта. Ты каким-то образом это себе представляла. И у тебя была какая-то картинка. Она была вообще, что там, компьютер ты видела, программу ты видела. Планшет видела. Да. Угу. И вот скажи сейчас, когда ты видела этот планшет, это был ассоциированный образ или диссоциированный? Ты видела планшет или ты видела себя с планшетом? Ассоциированный. Угу. 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 Хорошо. И вот сейчас, глядя на эту картинку со стороны, ты видишь диссоциированно на весь свой внутренний экран на расстоянии где-то 2 метра, там уже появился запах, у тебя нормализовалось дыхание. Ощущение в груди, напряжение есть, но оно где-то на 1-2, и она на расстоянии 2 метров, и она объемная, и она подвижная. Как ты чувствуешь свое желание сделать эту задачу сейчас? Ну, у меня нет такой какой-то, ну, как сказать. Ну, конечно, выглядит более, как сказать, сформулировать. Более привлекательная эта задача. Угу. То есть она не такая сложная. Угу. И из-за того, что снижается уровень напряжения, потому что я смотрю под другим углом на эту картинку, ну, то есть по-другому для себя ее визуализирую, угу. Она не выглядит как какая-то угроза у меня. Ну, угу. То, что не такая неприятная. И сама задача не такая, и кажется не такой неприятной, когда я буду ее делать, если я ее представляю вот так. Угу. Вот если, ну, мое такое экспертное заключение, да, я скажу, если в начале, когда она нам о ней рассказывала, у нее была скорее отрицательная мотивация, даже, наверное, меньше, чем ноль это было, то сейчас, ну, мотивация уже какая-то есть, ее уже легко выполнить эту задачу. К ней легче приступить, представляя ее так. Она выглядит проще. Проще, легче. Угу. Ну и, допустим, это самое. Смотри, мы сейчас считали твою стратегию мотивации и демотивации. Демотивирующая у тебя картинка в определенных качествах и мотивирующая в определенных качествах. Когда ты знаешь, когда мы все знаем качества субмодальности, которые на нас влияют,
мы можем управлять своим желанием, мы можем управлять своим достижением. И на базе этой технологии есть множество хороших техник, которые можно применять к самому себе. Я буду с вами ими делиться в дальнейшем. Надя, это было полезно для тебя? Да, очень. Угу. Спасибо тебе большое. Ну, смотрите, друзья, здесь же можно работать еще и в другом контексте. Бывают случаи, когда нам чего-то, ну, скажем так, когда нам, ну, допустим, нас куда-то пригласили, мы туда вроде как и не очень хотим идти, но вроде как надо, да? Мы же можем ее, зная свою субмодальную стратегию, разукрасить эту картинку до такой степени, да, сделать ее ассоциированной, прибавить, я на Надином примере, прибавить неприятных ощущений до 9 в груди, убрать оттуда запахи, сделать ее статичной, и она у нас будет вызывать отвращение. То есть мы можем работать и в эту сторону. Мы можем себя и демотивировать, если мы знаем какие-то, ну, простой вам лайфхак. Что у нас крадет больше всего времени? Телефон. Да? Вы можете... Да, Кирилл, правильно. Вы можете в своих отрицательных, ну, в субмодальности, которые вас демотивируют, представлять телефон, и вас меньше будет к нему влечь. Вы будете от него убегать. Ну, то есть, вот такая вот технология.